Опережающими темпами долгожданный спортивный зал единоборств строят в городе Елизово. Работы проводят в рамках нацпроекта «Демография» и госпрограммы края «Развитие физической культуры и спорта на Камчатке». Стройка зала единоборств идет в опережающем темпе. Проект предусматривает окончание строительства в конце 2023 года. Застройщик уже закупил материалы и в этом году рассчитывает закончить основные строительные работы. В следующем году выполнят отделку и установят оборудование. В первой половине 2023 года уже объект заработает. Он долгожданный, потому что единоборство, бокс – это тот вид спорта, который наиболее популярен и относится к наиболее популярным у нас на Камчатке, в Елизово в частности. Поэтому спортсмены давно его уже ждут. И очень приятно, что в данном случае подрядчик с опережением выполняет работы, которые позволят в скорейшем времени уже новый объект вести. За этим последует целый ряд дополнительных работ, связанных с планировкой. Нужно будет благоустроить территорию, сделать удобный проезд мимо школы. Но это все уже будут сопутствующие работы, которые также в следующем году до летнего сезона будут выполнены. Общая сумма строительных работ – больше 300 миллионов рублей. Общая площадь объекта составит около 2000 квадратных метров. В здании предусмотрены универсальные и тренажерные залы, зал для общей физподготовки, медицинские и массажные кабинеты, раздевалки, душевые, сауна, тренерские, административные, служебно-бытовые и другие помещения.